Более 20 лет карьеры в ММА. Более 50 боев. Благодаря ему на поясе UFC есть белорусский флаг. 6 досрочных побед подряд в UFC. Настоящий ветеран смешанных единоборств. Это история Андрея Орловского по прозвищу Питбуль. Его детство прошло в Бобруйске. Отец был военным, а мать работала инженером. В детстве был крупным ребенком, но не мог постоять за себя. Я был достаточно крупным мальчиком, но слабым. А точнее, не готовым драться морально. Боялся прийти домой с фонарем, чтобы маму с бабушкой не расстраивать. Но когда все мои детские обиды начали выходить наружу, я начал драться со всеми. Первая серьезная драка была в 9 классе, с моими одноклассниками-хулиганами. Дело было на карьере, я был уверен, что буду битый. Еще таких же 2 хулигана и их бывшие друзья поддержали меня морально, и это придало мне сил и уверенности в себе. Я дрался с парнем, который был сильнее меня и более атлетически сложен, чем я, но и разбил ему лицо в кровь. Не то чтобы после этого я стал королем школы. Но я понял, что наступил рубеж, когда пора проявлять свое «я», заступаться за себя и не быть слюнтяем. 14 лет я мечтал выиграть конкурс «Мистер Олимпия». Абсолютно. Все тогда в школу ходили с тетрадками и учебниками, а у меня на уме была лишь одна качалка. Мне бабушка готовила каши, курицу, мясо, потому что я где-то вычитал, что культуристы каждые 2 часа должны кушать. Тогда я стал немного оборзевшим. Если на уроки меня не выпускали, то я садился на заднюю парту и ел. Самовольно уходил в буфет. На тот момент проблема веса была для меня очень серьезной. Каждая тренировка начиналась с взвешивания. Дедушка тогда мне говорил, главное, чтобы в голове было что-то, а не мышцы качать. Но я его тогда не слушал. Тогда мне казалось, что я все знаю, слушать чьи-то советы мне казалось глупым. На все было свое мнение, своя точка зрения. С раннего детства Андрей попробовал себя в карате и легкой атлетике. Занимался футболом. После поступления в Академию МВД Андрей стал активно заниматься такими видами спорта, как дзюдо и самбо. Свое первое звание мастер спорта международного класса Республики Беларусь по самбо среди юниоров спортсмен получил на мировом чемпионате в Санкт-Петербурге. Я стал первым в категории свыше 100 кг. В Академии Орловский получил специальность юриста. Выбрал спортивную карьеру. Дебют в ММА прошел 9 апреля 99-го. Его первым оппонентом стал Вячеслав Дацек. Бой состоялся в Питере на турнире М1 в рамках Гран-при. Это был четвертьфинал. Дрались в классическом восьмиугольнике. Что такое смешанное единоборство в России тогда не знал практически никто. Дацек бросился на оппонента сразу, как только раздался гонг, в прыжке. Орловский увернулся. Дацек прыгнул снова, даже сбил белоруса с ног, но упал сам. После чего оказался в неудобном положении. Орловский взял Дацека на гильотину. В такой позиции, причем в стойке, они находились где-то минуты полторы. Дацек кочил странные рожи, атаковал размашистыми ударами, но толком не попадал. У Орловского было полное преимущество. Казалось, что в октагоне находятся бойцы разного уровня. Комментаторы смеялись, насколько легко Орловский разбивал Дацека. Белорус был близок к досрочной победе, когда обрушил на лежачего на полу Дацека серию ударов. Но добить крепкого рыжего тарзана не получилось. Через некоторое время Орловский зачем-то решил провести болевой на ногу. Попытка не удалась, хотя Дацек ничего противопоставить не мог. Вскоре Дацек исполнил необычный удар, ногой через себя, попав Андрею по лицу. В следующей атаке он выбросил джеб, а через несколько секунд мощнейшим правым боковым срубил Орловского. Чистый нокаут. В интервью Александру Лютикову бойцы рассказали более подробно об этом поединке. На бой с Орловским я вообще пошел смотреть турнир. Перепутал вход, блин. Служебный и этот, центральный. На центральном там что-то начали выебываться охранники, меня не пускали, я как всегда в детстве хотел ушатать, блин. Ну и там как раз Коля Кудряшов появился, что, блин, боец супер такой. Я говорю, а что такой? А у него как раз там пара полетела против Орловского, кто-то отказался биться, соскочил с прожарки. Что, пойдешь с Орловским биться? Я что, знаю, кто такой Орловский, вообще по барабану было. Я говорю, да, конечно, пойду. Вот примерно как-то так я и оказался на этом турнире по боям без правил. Ну, в смысле, вы хотите сказать, что вы в день турнира еще не знали, что вы будете драться? Не готовились к нему? Я говорю, у меня договор обоя произошел в воротах Юбилейного, где я хотел ебнуть охранников, чтобы пройти, блядь, смотреть бои. И кто такой Коля Кудряшов, я вообще не знал его в лицо. Я как бы шел как бы к нему, но я его в лицо знать не знал, мне там сказал Кайбышев, найдешь Коля Кудряшова, бля. Он тебя проведет на бои. А я служебный вход перепутал с центральным. Просто через центральный, через билеты. Да меня доебались охранники, какие-то билеты спрашивают. Я говорю, что попутались? Я говорю, сейчас ебну вас всех, нахуй. Там сразу куча охраны подтянулась, блядь. На этот кипиш подошел и Коля Кудряшов. Я говорю, что, боец супер? Я говорю, а что, не похоже, блядь? А ты что, ты боксер? Я говорю, да, типа. Он, ну, а что, слабо на арене с Орловским? Я говорю, ты что, попутался? Что слабо-то, блядь? Какой слабой, я говорю, полетели в атаку. В принципе, до последней минуты вам приходилось очень тяжело в этом бою. Да, обычная разлепуха. Обычный махач. Чисто колхозный бокс.
голову засадил и все. Да, но Андрей, я вот с ним разговаривал в июле и как раз тоже просил его вспомнить тот бой. Я должен был драться с каким-то бразильцем, который там, не знаю, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Он не получил визу или потерялся, мне дали датсик. Ну все, думаю, он мой, то есть я вообще не напрягался даже, расслаблен был, как я его и бил, и душил. Он там синий, я помню, был, пересматривал. Да, он просто прыгнул, там, я не знаю, шаг с джебом сделал, попал четко, ну и все, и свет погас. Он говорит, я его и там и душил, и там и бил, и все, что только не делал, и потом раз. А душить вообще без понтов. У нас в тэквондо, когда мы у Карася тренировались, ну это Александр Карасев, Александр Катанский, мой первый тренер по тэквондо. У нас вообще был обряд посвящения как бы в группу, то есть человек заходит новый, он быстро-быстро дышит, вот такой полуприседы делает. Потом мы просто два человека канатом затягивают шею, и у нас задача, кто дольше продержится. Ровно через год, 9 апреля 2000 года, Андрей привел два поединка на турнире М1. За полторы минуты он сначала задушил с помощью гильотины Майкла Тилроя, а затем победил с помощью технического нокаута русского молота Романа Зенцова и стал чемпионом турнира. Итак, Андрей Аровский. Чемпион. 17 ноября 2000 года Андрей дебютировал в UFC. Менее чем за минуту он заставил сдаться от армбара Аарона Бринка. Затем последовало два поражения подряд нокаутом в третьем раунде. На UFC 32 Рика Родригеса, затем Педро Хиза на UFC 36. После этих поражений Андрей сделал работу над ошибками и набил великолепную серию из 6 досрочных побед подряд. И как вишенка на торте пояс чемпиона UFC. Но давайте по порядку. В ноябре 2002 он нокаутировал в первом раунде Яна Фримена. Затем также в первом раунде улетел нокаут Владимир Матюшенко. В апреле 2004 он нокаутировал Уэсли Коррера во втором раунде. После этого поединка Андрей должен был драться за пояс, которым на тот момент владел Фрэнк Мир. Дата поединка была назначена. Белорус готовился к схватке всей своей жизни. Но его оппонент попадает в аварию. Сломав ногу, Фрэнк Мир надолго вышел из строя, оставив много вопросов насчет дальнейшего розыгрыша пояса. Но руководство UFC быстро нашли решение. 5 февраля 2005 на UFC 51 Андрей Орловский и Тим Сильвия вышли биться за временный пояс чемпиона в тяжелом весе. Для победы Орловскому потребовалось всего 47 секунд. Он ударом правой руки отправил Сильвию в нокдаун. Затем провел болевой прием на ногу и стал временным чемпионом. Впоследствии этот болевой прием был номинирован сайтом Sherdog за звание лучшего болевого приема года, а сам поединок на звание лучшего боя в UFC. Первую защиту временного титула Орловский привел на UFC 53 против одноклубника Сильвии, американца Джастина Эллерса, который получил право на этот бой весьма неожиданно, так как за два месяца до этого поединка был нокаутирован Полом Буантелло. Андрей полностью доминировал в клетке, как позже выяснилось, сломал противнику нос и обе руки. Поединок был остановлен в начале 5 минуты первого раунда. После этого боя стал вопрос о поединке за звание бесспорного чемпиона между Орловским и Миром. Однако Фрэнк полностью еще не восстановился после аварии и не был готов к выступлениям. Поэтому в августе 2005 он был лишен титула, который перешел к Орловскому. А на октябрь того же года новоиспеченному чемпиону была назначена первая защита против Пола Буантелло. Соперники встретились на UFC 55, в одном из самых скоротечных титульных боев в истории UFC, в котором американец был нокаутирован всего за 15 секунд. Между тем, Тим Сильвия сумел вновь получить статус претендента на титул, одержав 3 победы. Матч-реванш с Орловским был назначен на апрель 2006 в качестве главного боя UFC 59. Поединок запомнился драматической развязкой. В середине первого раунда Андрею, как и в первом бою, удалось опрокинуть Сильвию на настил ударом правой руки. Однако американец сумел избежать поражения от добивания и поднялся в стойку. Вскоре американец сам отправил оппонента в нокдаун и привел серию добивающих ударов, которые вынудили рефери остановить поединок. Орловский сразу же получил возможность взять реванш. Третий бой Сильвии был назначен на июльский UFC 61. Поединок продолжился все 5 раундов и закончился победой Сильвии единогласным решением судей. В конце декабря 2006 года Орловскому противостоял титулованный бразильский борец Марсио Круз, в активе которого имелось многократное чемпионство на турнирах по бразильскому джиу-джитсу, а также сенсационная победа над Фрэнком Миром в апреле. Круз с самого начала боя попытался перевести Андрюху в партер и после продолжительной борьбы у сетки попытался выполнить болевой прием на ногу. Орловский нанес ему удар свободной ногой, и поединок был остановлен рефери, вынесшим Андрею предупреждение. Круз не стал строить из себя Алджамейна Стерлинга и сказал рефери, что никаких последствий для него этот удар не имел. Однако несколькими мгновениями спустя, после того как бой был продолжен, Орловский отправил Круза в нокдаун, и вскоре рефери остановил поединок.
В апреле следующего года Орловский встретился с Фабрисио Вердумом в рамках UFC 70. Бой разочаровал многих зрителей. Бойцы в течение трех раундов вели поединок достаточно пассивно, из-за чего зрители поднимали недовольный гул. Орловский, зная о способностях Вердума бороться в партере, старался оставаться стойке. При этом ему пришлось работать первым номером, а не использовать контрудары, в которых он был так хорош. В то же время Фабрисио, опасаясь ударов Андрюхи, в открытую звал его поваляться на конвасе. В итоге победа единогласным решением была присуждена Орловскому. Следующего поединка Орловскому пришлось ждать 10 месяцев. Он должен был стать последним согласно его текущего контракта, а подписание нового затягивалось из-за несогласия сторон. В течение этого времени Андрей активно вошел в мир шоу-бизнеса. Он начал встречаться с моделью журнала Playboy, Патрицией Микулой. Участвовал в светских мероприятиях, появился на ток-шоу Джерри Спрингера. В конце концов соперник был определен. Им стал непобежденный на тот момент американец Джейк О'Брайен. А сам бой был весьма неожиданно перемещен в андеркарт UFC 82. Орловский владел в течение поединка преимуществом и завершил его досрочно во втором раунде. В 2008 году Орловский подписал контракт с организацией Affliction. И в первом бою, состоявшемся 19 июля, встретился с Беном Ротвеллом. До этого поединка Ротвелл имел серию из 13 побед подряд и входил в десятку лучших тяжеловесов планеты. Андрюха разбирал стойки америкоса, как хороший автомеханик разбирает карбюратор. Ротвелл пытался спастись в борьбе. Спустя минуту третьего раунда Орловский отправил Ротвелла в нокаут, тем самым прервав его почти трехлетнюю победную серию. За моей грубостью и брутальностью скрывается добрый и сентиментальный человек, а местами даже ранимый. Но не всякий это воспринимает и видит. Раньше я был очень суеверным, сейчас я не обращаю на это внимания, но к знакам присматриваюсь. Еще в 2000 году у меня была фигурка, мой талисман. Перед первым боем на UFC я случайно ее потерял, когда пришел на трибуну подышать атмосферой. У меня прямо паника началась, я сказал менеджеру, что если ее не найдут, я не буду драться. Секьюрити с фонариками искали ее и нашли. Тогда я еще читал гороскопы и верил в них. В годы моей популярности много совершал поступков, о которых жалею. Алкоголь был, грязные танцы, но наркотиков не было. Я даже в русскую рулетку играл на спар. И сейчас понимаю, что это все неправильно. Играл в казино, проигрывал, а потом дрался, чтобы рассчитаться. Но потом понял, что зарабатывается энная сумма неделями тренировок, а проигрывается и тратится за минуты. Следующим поединком для Орловского должен был стать бой с Джошем Барнеттом в октябре. Однако он был отложен, и Affliction разрешили Андрею выступать на турнире под эгидой Elite. Соперником Андрея стал Рой Нельсон. В начале поединка Нельсону удалось перевести соперника в партер, где он несколько раз попытался провести болевой прием. В конце концов рефери Хорхе Ортиз посчитал, что активных действий бойцы не проводят, и поднял их в стойку. Нельсон, войдя в клинч, прижал Орловского к сетке, однако дальнейшего развития его действия не получили, в связи с чем Ортиз вновь развел бойцов. Концовка первого раунда прошла в обмене бойцами ударами. Второй раунд начался с того, что Нельсону вновь удалось прижать Орловского к сетке, однако Андрюха сумел отбросить его назад и принялся наносить удары руками, ногами и коленями по уставшему противнику. В итоге Андрею удалось отправить деревенщину в нокаут точным правым прямым. Андрей Орловский стал первым человеком в ММА, кто нокаутировал непробиваемого Роя Нельсона. В следующий раз нокаутом Нельсон проиграет только в сентябре 2014-го, спустя 6 лет встретившись с апперкотом Марка Ханта. Вы первым в ММА нокаутировали одного из самых непробиваемых подбородков в истории спорта – Роя Нельсона. После вас он в UFC 13 боев подряд не проигрывал нокаутом. Ни Дос Сантосу, ни Миочичу, ни Кармье, ни Авериму. Никто не смог его вырубить, а вы смогли. Да я чуть не блеванул, когда он меня накрыл своей вонючей подмышкой. Это мне где-то сил придало, чтобы выкрутиться. Я его боковым потом, да, было дело. А подбородки, слушайте, это такая ерунда. Господи, нос можно сломать, если правильно попадешь челбаном. Попал, значит, повезло. А может, не повезло, целился. 24 января 2009 прошел самый громкий бой в карьере Андрея Орловского против Федора Емельяненко. Орловский готовился к поединку под руководством известного тренера по боксу Фредди Роуча, который сильно критиковал ударную технику Федора и отсутствие нокаутирующего удара. Начало боя оставалось за Орловским. Он раз за разом наносил Емельяненко безответные удары. Казалось бы, Андрей вот-вот совершит самый большой апсет в истории ММА. Нет. И когда Андрею удалось дважды пробить двойку, зажать Федора в углу, Андрей попытался провести удар коленом в прыжке. Это была его главная ошибка в жизни. Федя контратаковал, встречным ударом попал Андрею точно в стекляшку, отправив его в тяжелейший нокаут, признанный позже лучшим нокаутом 2009-го. Самое удивительное, так это то, что Федор за победу получил 300 тысяч долларов, а Орловский 1,5 миллиона долларов. Я бил всех тяжей по боксу, которые были у Роуча, с опущенными руками с ними играл. С Емельяненко, посмотрите, я ему 4 минуты делал больно. И с ними я решил, что все умею, я думал, что я гений. А получилось, что прыгнул, свет погас. Я был самоуверенным, считал бабки за бой и смотрел за Емельяненко. Помню, я прыгнул, не закрылся, а Федор из жопы наотмашь попал мне через руку. Федор не составлял мне конкуренции тогда, но я проиграл. Ну и все, думал, что он ты боксер. Фигли, пошел с Федей, ну и давай там, с колен выпрыгивай, только руки-то раскинул, как всегда.
Это же ну, не тайская тема. Надо было ходить, заниматься тайским боксом дальше. Федя бы отпиздил легко, он в принципе его и забивал легко. Просто в очередной момент, блин, уже решил, что он его добил, и решил грохнуть с колена красиво, как тайбоксер, а выпрыгивает кули с раскрытым ебалом. Ну, Федя воспользовался своим шансом, хлопнул его в бороду. После боя с Емельяненко у Орловского оставался еще один поединок по контракту с Affliction. Однако организация стала испытывать финансовые затруднения, которые не позволяли ей организовывать свой турнир. Поэтому она выступила спонсором боя Андрея против американца Бретта Роджерса на турнире Strike Force, состоявшемся в начале июня 2009-го. При этом Орловский выступил заменой Алистару Увериму, кто изначально предполагался соперником Роджерсу, но проведел руку и не смог принять участие в турнире. Роджерс до поединка с Орловским все свои победы одержал нокаутом в первом раунде, и поединок с Питбулем не стал исключением. Бой закончился очень быстро. Роджерс сумел стартовым натиском ошеломить Орловского, прижать его к сетке и обрушить на него множество ударов, вынудив рефери остановить поединок через 22 секунды после начала и зафиксировать победу Роджерса техническим нокаутом. Следствием этого поражения для Андрея станет запрет на проведение боев в течение 60 дней после боя, что вынудило его отложить намеченный под конец июля дебют в профессиональном боксе. «Я мог стать первым миксфайтером еще до Макгрегора, который бы провел бой с боксером. В 2009 году мне предлагали бой с Оскаром де ла Хойя в Вегасе. Это было реальное официальное предложение. Я тогда работал с Рэдди Роучем, через него люди де ла Хойя вышли на меня, но в итоге все сорвалось из-за моей дурости. Потерялся лень было нанимать переводчика и юристов для переговоров. Все оттягивал, и в итоге они просто махнули рукой. Потом через пару лет был шанс сделать бой по правилам бокса с Александром Емельяненко, но соскочил уже с боя тогда он. Я был готов драться, но Саня перестал выходить на связь». В начале 2010-го было объявлено подписание Орловским нового контракта со Strike Force. Его следующим оппонентом стал бразилец Антонио Бигфут Сильва. Бой продлился все отведенное время, завершился победой Сильвы единогласным решением судей. В январе 2011 года был анонсирован крупный турнир «Восьмерка» – гран-при в тяжелом весе. Соперником Орловского в четвертьфинале, назначенном на 12 февраля, стал Сергей Харитонов. Бой начался с обоюдного обмена ударами, причем Орловский действовал первым номером, в то время как Харитонов ограничился одиночными ударами и работой в клинче. В конце концов, Сергею удалось оттеснить Андрея к сетке и нанести серию точных ударов, завершив ее правым боковым, отправившим Орловского на стил ринга. Харитонов принялся добивать упавшего противника и сумел нокаутировать его левым хуком. Для Орловского это поражение стало четвертым подряд, причем три из них были сопряжены с глубоким нокаутом. В связи с этим появились разговоры о том, что Андрею следует завершить карьеру. В марте 2011 года стало известно, что компания ZUFA, владелец UFC, приобрела Strike Force. Было объявлено, что согласно планам нового руководства, дивизион тяжеловесов будет распущен, а некоторые бойцы подписаны в UFC. Однако Орловский не вернулся под эгиду крупнейшего промоушена, а стал выступать в других промоушенах. Летом 2011-го организация Pro Elite объявила о намерении начать организовывать турниры по смешанным единоборствам. Орловский подписал с ней контракт и 27 августа провел бой с Рэем Лопесом, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде, которое стало для него первым с 2008 года. 5 ноября Орловский провел бой с Трэвисом Фултоном, завершил его на последних секундах третьего раунда, нокаутировав противника ударом ноги в голову. В июле 2012-го Андрей подписал контракт с сингапурским промоушеном One Fighting Championship. В дебютном поединке он вышел на четвертый бой с Тимом Сильвией. В первом раунде некоторым преимуществом владел Тим Сильвия, который много прессинговал и пару раз смог прижать Орловского к сетке. В конце раунда Сильвии удалось нанести серию ударов в голову белоруса, который, однако, устоял. Во втором раунде заметно уставший американец вновь попытался навязать свою игру. Но Орловский, не потерявший скорости, ближе к концу пятиминутки переломил ход боя. И серии точных ударов руками опрокинул соперника на настил. После этого Андрей нанес так два называемых футбольных удара ногой. И рефери Юдзи Симада приостановил бой и показал Орловскому желтую карточку. Удары ногой в голову соперника, находящегося в партере, согласно правилам One FC, дозволялись только после разрешения сигнала рефери. Такого сигнала Симада не подавал. Следовательно, наносить удары было нельзя. Сильвию было дано 5 минут на восстановление, по истечении которых он заявил, что у него двоится в глазах. После судейского совещания бой был признан несостоявшимся. Примечательно, что во многом именно из результата этого поединка, вызвавших много споров, в правилах One FC были внесены изменения, разрешающие использовать футбольные удары без команды судьи. В начале ноября 2012-го Орловский дебютировал под эгидой WSO. Его оппонентом стал Дэвин Коул. Андрюха в середине первого раунда опрокинул Коула точным правым хуком, одержав очередную досрочную победу нокаутом. Следующим промоушеном, с которым заключил контракт Андрей, стала российская компания Fight Nights, предложившая ему в качестве оппонента американского тяжеловеса Майкла Хейза. Несмотря на то, что соперник Орловского не имел в послужном списке громких побед и не обладал ни выдающимися физическими данными, ни великолепной техникой, он являлся неуступчивым по характеру бойцом, привыкшим идти до конца. Все свои поражения на тот момент Хейз потерпел судейским решением. Орловский, будучи безусловным фаворитом, одержал победу единогласным решением судей.
Беспроигрышная серия Орловского была прервана в следующем бою, который стал главным событием WSOF 2, проходившим в Атлантик-Сити. Соперником Андрея стал Энтони Рамбл Джонсон, для которого это был дебют в тяжелом весе. Под занавес первого раунда Джонсон отправил Орловского в нокдаун и едва не завершил бой добиванием, от которого белоруса спас гонг. В дальнейшем выяснилось, что имела место ошибка судьи, отвечающего за отчет времени. В действительности нокдаун случился по истечению отведенных на раунд 5 минут. Получивший перелом челюсти Орловский продолжил бой и даже сумел взять по очкам один раунд, но в итоге уступил единогласным решением судей. После этого поединка Андрею вставили титановую челюсть, которую для него изготовили специально дантисты. Во втором раунде, как только он начался, я понимаю, что замкнуть челюсть не могу. Капа на верхних зубах сидит, давлю, а зубы не смыкаются. Плюс каждый удар в грудь, плечи, голову как будто током бьет. А все случилось это из-за того, что рефери уснул на часах. Как результат, два перелома челюсти. В аэропорту на следующий день останавливали люди, но увидев мое лицо, говорили: «О, ничего не надо, хорошего дня». После перелома я думал, что все в общем-то хорошо, кроме того, что я не мог закрыть рот. Я думал, что нужно попасть по Джонсону хорошим ударом, чтобы нокаутировать его, но этого не случилось. Блин, люди не понимают, насколько крут Андрей Орловский. Я помню наш бой так, как будто это было вчера. Он дрался со мной 10 минут со сломанной челюстью. Я все равно не смог его нокаутировать. Я выходил на удар, раздергивал его, достал жесткими панчами, но он все выдерживал. Поверьте, я рвал задницу, чтобы закончить бой досрочно. В итоге я сам заканчивал поединок со сломанной правой рукой. Следующий поединок белорус провел спустя полгода, 14 сентября на WSOF 5. Главным боем вечера было запланировано противостояние Энтони Джонсона и Майкла Кайла. Однако Рамбл получил травму незадолго до назначенной даты, и на замену ему вышел Орловский. Бой продлился все три раунда и прошел преимущественно в стойке. Кайл, имевший репутацию нокаутера, дважды отправил Андрея в нокдаун, в первом и третьем раунде. В целом поединок был весьма равным, но единогласным решением судей Питбуль вырвал победу. Через два месяца Орловский провел свой первый поединок на родине. Он стал участником главного боя турнира Fight Nights в Минске, а его оппонентом был выбран представляющий Германию Андреас Краниотакес. В середине второго раунда Андрей отправил соперника в нокдаун и успешно его добил. В апреле 2014 было неожиданно для многих объявлено, что WSOF согласилась расторгнуть контракт с Орловским, который затем подписал соглашение с UFC. Комментируя это, Дана Уайт заметил, что Андрей был настойчив в желании вернуться в промоушен, и это была его инициатива. Первым соперником Орловского стал Брэндон Шау. Незрелищный и вяло текущий бой дошел до решения судей, которые раздельным решением присудили победу Андрею Орловскому. После боя Шау заявил, что его обокрали, а Дана Уайт подытожил, что главными потерпевшими стали зрители. 13 сентября 2014 провел второй поединок против Антонио Бигфута Сильвы. Поединок начался для Андрея хорошо, он был быстрее своего оппонента и чаще выбрасывал комбинации. Сильва же предпочитал выжидать и надеялся поймать белорусского спортсмена одиночным ударом. Все завершилось спустя 2 минуты первого раунда. В одном из эпизодов Андрей привел отличную комбинацию из трех ударов, которая потрясла Сильву. Далее опытному белорусу не оставалось ничего другого, кроме как завершить начатое. Орловский нанес несколько сильнейших хаммерфистов, после которых Антонио Сильва остался лежать на канвасе без сознания. Третьего мая 2015 Андрей Орловский провел поединок со своим товарищем и одноклубником Трэвисом Брауном. Я вместе с этим парнем проливал пот, кровь и слезы. Когда он дрался против Энтони Джонсона, я между раундами подобрал с канваса его зуб. У парня была сломана челюсть, понимаете, о чем я? Я реально был в его углу и болел за него. Когда ты настолько с кем-то близок, часть этого человека остается с тобой. Он настоящий воин. Он воин до мозга костей, парни. Вы бы видели его челюсть в этом бою. Она была смещена и упиралась в стенку его горла. И он два раунда так отбился. И выиграл последний раунд. Блин, мать твою, этот парень воин. Я потом ему сказал: отныне ты мой герой. Мой хренов герой, блин. Будь ты моим другом или врагом, я буду делать свою работу. Мы говорили об этом с Андреем, когда он жил у меня дома. Перед тем, как он подписал контракт с UFC, я сказал ему: мы можем заработать денег на том, что мы делаем ежедневно в зале. Ты в курсе? Он тогда ответил мне: да, но только если за титул или за серьезные деньги. Я сказал ему: на самом деле для меня это не важно. Мы бьем друг друга по лицу и без этого. Так что давай выйдем туда и покажем людям шоу. Мне не нравилась идея этого поединка. Я не хочу драться с ним, но что есть, то есть. Если я хочу продвинуться дальше, я должен подраться с Трэвисом Брауном. Мы были товарищами по команде очень долгое время. Где-то глубоко внутри я чувствую, что мне не хочется этого боя. Он оставил Альбукерке и тренируется в Калифорнии. Забавно, ведь он позволял мне жить в его доме, когда я готовился к бою с Бигфутом. Потом он позвонил и сказал: да, я съезжаю. Тебе бы лучше собрать свои вещички. Так что я попросил еще одного друга с Альбукерки насчет того, чтобы пожить у него. Мы с Брауном не разговаривали насчет нашего боя. Просто как-то созвонились, обменялись парой смс-ок, вот и все. Да, он очень жесткий боец. Он очень опасен определенно. Но это бизнес, понимаете, ничего личного. Рекорд Трэвиса Брауна был 17-2. И поражения были только самым серьезным топам. Вердуму и Бигфуту. Он с легкостью сносил почти всех своих соперников, показывая отличную технику и скорость. Многие называли его Домиником Крузом тяжелого веса, ведь он много двигался и бил с нестандартных углов. Но реальность полна разочарований.
Андрей повалил его и попал по нему с правой руки. Весь зал и Джо Роган с Голдбергом просто взорвались в этот момент. С этого момента началось настоящее избиение Брауна. Но он не сдавался и отвечал во всех разменах. Лишь его трясущиеся ноги выдавали то, насколько ему тяжело в этом бою. В одном из таких разменов Трэвис улетел на канвас. Он сумел подняться, и Андрей начал добивать его возле сетки. Но в размене вдруг попадает Браун, и на этот раз упал уже Орловский. Трэвис бросился добивать своего соперника. Тем не менее, Андрей сумел остановиться и продолжил атаковать соперника, нокаутировав того серии ударов руками. В конечном итоге Андрей Орловский устроил один из лучших однораундовых боев в истории тяжелого веса. Но это невероятное выступление от Андрея стало фатальным для его соперника. После этого Трэвис Браун никогда не был прежним. От былой техники и скорости не осталось и следа. Он начал проигрывать всем подряд. За следующие пару лет он убил целых 4 поражения подряд. А то, что с ним сделал Алексей Олейник, вовсе заставило бойца завершить карьеру. Последний момент, когда Трэвис блистал, был бой с Орловским. И свою душу он оставил именно в этом поединке. 5 сентября 2015-го Орловский единогласным решением победил Фрэнка Мира. После удачного возвращения в UFC у Андрея Орловского началась затяжная черная полоса из 5 поражений, которая едва не стоила ему контракта с промоушеном. 2 января 2016 он проиграл будущему чемпиону Стипе Миочичу. Миочич не пропустил ничего серьезного, и уже в начале первой минуты всадил короткий правый прямой в голову Орловского, отправив его на настил. 8 мая 2016 Андрей провел поединок с Алистаром Уверимом. Пикантность данного боя заключалась в том, что оба тяжеловеса тренировали в зале Дженсен Винг и были одноклубниками. Это очень простая и типичная для спорта история. Лоренцо Фертита прислал мне сообщение. «Мы хотим, чтобы ты возглавил первый в истории турнир UFC в Нидерландах. С кем ты хочешь вообще драться?» «Ну вообще у нас есть только для тебя Андрей Орловский и Кейн Веласкес». «Но Веласкес, по всей видимости, травмирован, так что могу предложить только Орловского». Я ответил: «Окей, он подойдет». «Андрей мой одноклубник, но мы не друзья, мы не тусуемся и почти не тренируемся вместе. Так что ожидайте отбоя фейерверков». И мы ударили по рукам. Оверим позвонил Джо Сильве и умолял его провести бой против меня в его родной стране. UFC позвонили мне и сказали, что Оверим хочет бой против меня на турнире в Роттердаме. Я сказал: «Да без проблем. Оверим на моем ебаном пути, я сделаю все, чтобы размазать его. Точка». Первый раунд боя не был насыщен действиями. Оверим просто набирал очки ударами, а также сумел провести тейкдаун ближе к концу раунда. Орловский же провел раунд достаточно пассивно, лишь в начале боя отметившись затяжной серией ударов руками, пришедшей большей частью в блок соперника. Во втором раунде бойцы более активно пошли вперед. В одном из эпизодов Алистер провел удар ногой, который пришелся точно в челюсть Андрею. Сразу же вслед за ударом ногой Оверим нанес левый боковой удар рукой, после которого Орловский оказался на полу. Алистер бросился добивать соперника в партере, и спустя несколько секунд рефери остановил поединок. 3 сентября 2016-го Орловский провел бой против Джоша Барнетта. Начало боя выдалось очень насыщенным. Бойцы сразу стали обмениваться тяжелыми ударами. При этом оба бойца выглядели довольно потрясенными от пропущенных ударов. В дальнейшем бойцы сбавили обороты, но раунд остался за Андреем, который был явно лучше в стойке. Второй раунд также начался с преимущества Андрея, но в середине раунда Барнетт удачно контратаковал после броска Орловского. При этом Джош занял позицию сверху в маунте. До конца раунда Барнетт атаковал соперника ударами в партере и был близок, чтобы нокаутировать Орловского. В третьем раунде Джош привел Андрея в партер достаточно необычным приемом. Снова занял позицию маунт, после чего Орловский, уходя от ударов, отдал спину. Барнетт завершил поединок удушающим приемом сзади. После 3 поражений подряд, чем руководство UFC могло порадовать Андрюху? Конечно же, подарочком оппонента в лице Фрэнсиса Нгану. Уже на 2 минуте боя Орловский пропустил мощнейший апперкот, и впоследствии был добит камерунской машиной для убийства. В июне 2017-го Андрей привел поединок против Марчина Тебуры. В первом раунде Орловский пережил сильное избиение в партере, но сумел вырвать концовку благодаря удачной серии из нескольких ударов. Во втором раунде было видно, что Тебура заметно устал, и преимущество было уже на стороне Андрея за счет атак в стойке. В третьем раунде Тебуре снова удался тейкдаун, и большую часть раунда ему удалось удерживать Андрея в партере и атаковать ударами сверху. После финального гонга все судьи отдали победу Тебуре. 11 ноября 2017-го карьера Орловского в UFC могла завершиться. 5 поражений подряд не просто говорили сами за себя, они кричали во весь голос. Соперником для последнего шанса стал парень в подгузниках, который провел только один бой в UFC – Джуниор Альбини. Бой Орловского против Альбини продолжился все 3 раунда. Бойцы работали только стойки. Орловский сумел удержаться от того, чтобы ввязаться в рубку. Был хладнокровен и по крупинкам выиграл эпизод за эпизодом, хотя при этом бой был достаточно равным и упорным. В итоге Орловский победил единогласным решением судей. На UFC 222 3 марта 2018 Орловский победил единогласным решением Стефана Штруве. На протяжении большей части боя Андрей был активнее и точнее в стойке, а также провел несколько успешных тейкдаунов. В июне 2018 на турнире UFC 225 ему противостоял молодой нокаутер Тайто Иваса, который все поединки до UFC и 2 поединка в промоушене завершил нокаутом. Андрей Орловский – это легенда, он дерется уже вечность. Но как и с любым в нашем мире, старое уходит, а молодое приходит. Настало мое время. Его время у него было, Орловский был чемпионом. Здорово драться с таким соперником.
но сейчас он на спаде. Со всем уважением, но я постараюсь смести его с дороги. Первые минуты боя проходили осторожно, но середины раунда Туиваса стал доносить больше ударов, навязывая рубку противнику. Во втором раунде уже Андрей перехватил инициативу, удачно действуя с дистанции и уходя от атак соперника за счет передвижений. Третий раунд проходил в бою до острой борьбе с удачными моментами у обоих бойцов. Однако Туиваса большей частью был агрессором в раунде и сумел слегка потрясти Орловского ударами у сетки. Бой дошел до финального гонга, и все трое судей дали победу Туивасе. На первом турнире UFC в Москве 15 сентября 2018 Орловский провел бой с Шамилем Абдурахимовым. Стоит отметить, что за несколько дней до боя Орловский гостил в студии Матч ТВ, но покинул программу в прямом эфире. Не увольняет Орловского, продолжает верить в него. Я вам так скажу, последние бои Андрея, когда он выходил в клетку со спортсменами там, на 10, на 12 лет младше себя, и бросалось... Все в прямом эфире показывается? Да, да. Настя, давайте закончим интервью, потому что такое впечатление, что вы качаете просто российских бойцов, и в какой-то момент, это... Давайте я закончу. У нас есть... Не надо, давайте, вы россиянин, качайте, давайте их качайте дальше, я закончу, спасибо. По истечению всех трех раундов судьи дали победу Абдурахимову. Многие заметили, что последние десяток лет Орловский появляется на публике с деформированным носом. Многие считают, что это связано с профессией Андрея. Впрочем, все гораздо прозаичней. Нос я, во-первых, ни разу мне в боях не сломали. Мне сломали его первый раз в ресторане, потому что я сделал замечание. В моем родном городе Бобруйске я с товарищем со своим борцом, мы пошли, там какая-то дискотека была, и там кучка борцов сидела местных. И что-то начали перед столом там подхваты, зацепы, броски показывать. Я сделал замечание раз, два. Словесная перепалка. Я говорю, да пошел ты. Но он пошел буквально на 5-10 секунд. Ты со спины мне дал ногой, а потом... Они уже готовы были драться, потому что, смотрю, там мы уже милиционеры, то и все, там ксивами тыкали. А я товарищу так за руку, Андрюх, не надо. Так нос аккуратно вставил. Потом сижу и думаю, слава богу, что он ударил там ногой, там ни вилкой, ни ножом. Ну, от Бобруйска, что там ожидать. В конце декабря 2018 раздельным решением Орловский проиграл Волту Харрису. Но результат этого боя был изменен несостоявшийся. Перед боем с Андреем Харрис прошел тест на допинг, который дал положительный результат. В апреле 2019 Орловский провел поединок с проспектом из Бразилии, Аугусто Сакая. В первых двух раундах Орловский лучше двигался на ногах, чем его противник. Он умело использовал пространство октагона для того, чтобы уходить от атак Сакая. Орловский умело контролировал дистанцию с помощью джеба и пробивал более точные комбинации ударов, изредка добавляя кики по разным этажам. В итоге довольно неоднозначную победу праздновал Аугусто Сакая. В июле 2019 Андрей провел второй поединок с Беном Ротвеллом. Напомню, что в первом бою более 10 лет назад Орловский нокаутировал Ротвелла в третьем раунде. В этот раз бой закончить досрочно не удалось, он дошел до решения судей. Единогласным решением победу одержал Андрей Орловский. 2 ноября 2019 на турнире UFC 244 оппонентом белоруса стал Жаурдини Розенстрайк. Бывший чемпион мира по кикбоксингу, нокаутер и не имеющий поражений в ММА. Думаю, результат боя уже был понятен многим заранее. Бой продлился меньше полминуты. Розенстрайк быстренько отправил ветерана в нокаут. С 2020 года Андрей Орловский провел на данный момент 5 поединков. 4 выиграл единогласным решением судей, и в феврале 2021 проиграл удушающим Тому Аспинеллу. То есть давайте подытожим, его рекорд на конец 2021 — 4-1, что довольно-таки неплохо для 42-летнего ветерана. My name is Andrew Orlovsky, I'm from Минск, Беларусь.